Сестра, ты что, болеешь? Нет. Уставшая. До утра малыш не спал. Не дал уснуть. Да, не дал уснуть. Как на работе? Очень устала. А, стой! Возьмите это, купите в Крету штаны и обувь. Ура! Не радуйся так. Смотри на меня. Купите две пары носков. А обувь на один размер больше, ладно? Ватку сунем пока что. Нога быстро вырастет. Давайте скорее, а то на урок опаздываете. Давайте, побежали. Ты поел? Сестра, мы уходим. Увидимся. Фикрет, карточка для телефона, которую сестра дала с тобой? Да, а что? Дай мне, дело есть. Что будешь делать? Дай, дай. А ты куда? Отвлеки братьев, скоро приду. Неизвестные номера. Чем могу помочь? Здравствуйте. Я дам вам один номер. Сможете дать его адрес? К сожалению, адресные данные не даем. Если имя зарегистрировано, можем посмотреть. Можно. Хочу. Скажите номер. 0548. Фико, где Кирас? Кошка. Какая кошка? Она с котенком поиграть захотела. Ладно, хорошо. Хикмет, на первые два урока я не пойду. Передай моему учителю. Скажи, что желудок заболел. Или что-нибудь в этом роде. Не понял. А ты куда? Экзамен. Хорошо, будь аккуратней. Добро пожаловать. Ты где была? Я здесь. Поиграла с котенком? Да, я с котенком играла. Ладно, давайте. Пусть будет так, топайте. Где брат Рахмет? Не знаю, где он. Кто знает, где он? Правда, где этот тупой? Ладно. Я иду в магазин, а вы домой, ладно? Ладно. Хорошо, брат. Будьте внимательными, не гуляйте нигде. Фикрет, давай по этой дороге домой пойдем. Не глупи, оттуда дальше идти. У меня дело есть. Я решу его пути. Пойдем оттуда. Что ты задумала, а? Вы можете подписаться на наш канал, чтобы смотреть больше видео, включить уведомления, чтобы смотреть первыми.